Мы рады приветствовать любителей ролевых игр на канале Дмаку. Сегодня с вами Станислав и Виктор, и мы решили немножечко повеселиться в игре под названием Unepic. Но перед тем, как мы начнем крошить врагов и выполнять различные квесты, которые приведут нас не весь куда, я хотел бы поблагодарить человека, подарившего мне эту игру. Огромное тебе спасибо, Незлопоп, за такой чудный, а главное, своевременный подарок. Ну что ж, дорогие друзья, да начнется новая история. Надеюсь, нам не придется спасать каких-нибудь принцесс. Поехали. Добро пожаловать на борт, морячки. Начнем с простого, чтобы посмотреть, чего вы думаете и как работаете в команде. Давай, это ты, Стас. Или нет, это твой герой. Это я, да. Боюсь, я не умею ничего. Никогда не играл на столке. Это ты. Не-не-не, я вон тут бородатый сижу с черепом. А, понял. Серьезно? У тебя что, детства не было? Какой-то ботан. Ничего страшного, я учту это. Итак, в первой миссии вам предстоит собрать несколько необычных цветов, которые... О, это ты. А вот это я. Ты издеваешься? Рубилова давай. Прям вообще я точно. Я хочу крушить черепа и фаршировать вражин, да, тучами стрел. А не гребаным собирательством. Гербарий собирательством. Да, гребаным собирательством. Что написано. Серьезная заявка. А черепа ты голыми руками крушить собираешься? Давай, Стас, ответим. Ну так давай мне броню, оружие и все остальные пироги, а? Кстати, мастер, а почему бы нам не поиграть немного для того, чтобы добыть оружие? Отличная идея. Че это был за звук? Тебе тоже? Не знаю, у меня просто какой-то такой. Тебе тоже на английском говорит что-то? Нет, у меня все вроде как. Остановившись в гостинице «Ухмылка пересмешника», вы узнаете, что группа бывалых исследователей окрестных земель была зожрана огромным существом по имени Гургул Великолепный. Также вы знаете, что эти исследователи были отлично экипированы и вооружены. Все их вещи остались без хозяев. Поэтому вашей целью остается добраться до места их гибели как можно быстрее. Постой, а если эти опытные чуваки с отличным обвесом оказались сожженными чудовищем, то чё же мы собираемся там ловить? Пойми, вам не нужно убивать Гуркула. Все снаряжение, которое он проглотил, находится в Улакке. Стас? Что еще за Улак? Ты, видимо, не потрудился заглянуть в те книги, которые я тебе прислал. Меньше играй, больше читай. Понял, Стас. Меньше летсплей снимай. Люди к тебе потянутся. Такой, ты представляешь, просто даже вздумайся в слово «книги». Он не одну даже книгу написал, а несколько. Да. Это может быть чем угодно. Это от неприступного бастиона до картонной коробки. Если оружие находится в этой штуке, то она явно представляет собой место или объект. О, я даже, прикинь, появился. Охренеть, я среди настоящих ролевиков. Он явно не ожидал. Мне на стриме, кстати, ролевка запрещена, пока стрим идет. Ты очень клево шаришь во всей этой теме. Я много играл. К тому же очкарики в компании обычно умнее остальных. Ты же знаешь. Улак — это вещь. И он находится в подземелье, охраняемом сатирами. Стас, а че? Ну вот и подземелье с монстрами. Мастер, я сделаю тебя. Погнали, время пораздавать немного волшебных пиндюлей, э? А, хорош, Стас, я тебя вижу. Ты какой-то ворган. Ворган, я ворган. Ты что, я ж прям вообще... Так, я могу бить, я могу можно прыгать. Ты тоже только это умеешь? Могу о, карта, на карта на Y. Так, смотри, я могу тебе поджечь. Могу факел поджигать, смотри. Я факел поджег. А как ты сделал? А почему кто-то пукнул, я только что слышал. Это сатиры, Стас. Они уже боятся нашего. Что это? Красные круги точками диалогов. Что-то громко как лупануло. Да, у меня вроде. Что это на место? Вы в подземелье сатиров. Отлично. Попрыгаем. Бить съем сатиром, собираем лут и сруливаем домой. Кроме избиения сатиров, вас ждет несколько сюрпризов. О, сюрпризы, что за сюрпризы? Найдешь, узнаешь. Вот же толстый ты, смотри. У тебя тоже такой маленький экранчик? Смотри, факел, Стас, как факел зажечь? Нет, а как ты, нажми на триггер, на левый триггер, и у тебя прибавится триггер, экран. Я на этой, как его.
Но есть бамперы, они повыше, а триггер пониже. Я же не на кнопках играю. А, ты на клавиатуре? Ну, а, тогда извини. Так. Так, а чё, как ты это делаешь? Так, как это, как я поджигал-то хоть? А вот, всё, я поджёг. Это, походу, чекпоинты. Вау! Это что такое было сейчас у тебя? Что за колдовство? Это было колдовство, Стас! Так, всё-таки, это ты факел зажёг? Да, я. Ты, да? Ага. Слушай, ну, видимо, ты будешь факел зажигать, потому что я не понимаю, как это делать. Оп, зажигательно, как вот как. Я вижу зелье, как его взять? Золотой волшебный порошок, плюс 3. И еще можно. Что-нибудь? Я уже боюсь что-нибудь нажимать. А, это то же самое, что надо нажать, чтобы зажечь факел. Как тебе такое? Видимо, это кнопка действия. Воу! Видал? А как, что, зачем нам эти камни? Ну они просто, это ловушка была, ты дернул рычаг, они тебя придавили. Так они ничего вроде даже не сделали. Но они могли тебя придавить. Ну, я не ходил. Давай, ну, подожди факел. Хорош, работает, Стас. Погнали. Я еще масленку какую-то нашел. Бочка. Не масли. Короткая стрела какая-то. Надо отрастить. Если короткая, значит отращивать надо. О, вот это тоже можно поджечь. Ты сейчас у нас уже мастер поджигания. Какой-то вопросик. Кто-то стоит. Она вверху. Бомбрины! Сортиры! Стас, они хотят меня убить! Он магию кастанул! На! Я ему тоже в той программе! О, в спину стреляю, подонки! Мы увольнули! Пригнись! Не работает! Я убегаю! Бежи! Режь, козла! Это, походу, их босс! Что, он портируется, что ли? Постоянно причем? Кто крутой? Е-е-е, зарезали его! Что там за окна? Что с него выпало? Свиток встречи, а что это такое? Это, видимо, мы с тобой должны телепортироваться друг к другу. О, смотри-ка, все факелы, когда зажигаешь, полностью какой-то баф срабатывает, походу, на локации. Она полностью загорается. О, какая-то кувалда, смотри, а нет, короткая стрела. Волшебный. Да, ты пылесос просто, ты все сожираешь. А я думал, что у нас с тобой разные. Сражаться лучше мечом, а дубиной лучше бочки бить. Бочка сразу с первого раза. Синие круги являются контрольными точками. Причем, кстати, скелетов. Твои сатиры были до вышлисти. Где наши шмотки, Это был просто разведывательный отряд. Вам предстоит еще немного потрудиться, чтобы добраться до Улака с оружием. Мне до сих пор про голубые диалоги пишут. Причем, кстати, смотри, какая тема. Если скелетов здесь, насколько я вот помню, летучие мыши. Мыши, смотри, сколько. Режь мечом. Я на твоем месте не выходил бы на открытую местность против мышей. А они вообще какие-то рандомные. Ой-ой-ой! У меня так жизнь скоро кончится. Надо порошок собирать. Готовить надо магию какую-то. О, какой-то красный волшебный порошок. Бери. Я взял. У меня есть один. Насколько я знаю, что скелетов, например, тоже кувалдой лучше убивать. Потому что это всегда так было во всех ДНДшках. На! Хилочка выпала, прикинь, прям скрытая. Свистучий. Так у меня хп, кстати, совсем мало. Да? Воу-воу! Нет, убивают. Стас, с тебя песок уже сыпется, ты чё там? Красный причем. О, красный песок! Арабская красный ночь! Песок. Видимо, атаки! Блин, их плохо видно. Они же такие мелкие, да, так плохо видно. Где я? Иди сюда, мышь летучая. Походу, пока мы их вот не убьем, лестница. Я так и знал, что лестница не появится. У меня на один удар всего жизней. Да, но у меня на парочку. Я зажигаю. Зажигай. Так, здесь какая-то дырка, Стас, осторожно. Мне надо перепрыгивать. Блин. А, тут червяк! Господи, боже мой, какой-то гигантский червяк! Стас, спаси! Меня сожрали. Тебя сожрали? Осторожно, там червяк, да. И как мне теперь что делать? На тебя там могу воскресить? А, нет, все, я воскрешаюсь на самом начале. Ну, а на как той, ты на оружие менял? Кнопки. 1-2 у меня. А у меня вообще ничего нет. Может, у меня и нет другого оружия? Не знаю, может, ты не подобрал. Тут вот что-то F1. У меня пишут цифрами, блин, а как мне? На геймпаде. Тут много червяков, Стас, они меня опять жрут! Да что ж такое-то, как их убивать-то? Что за хардкорная игра? Надо просто туда не лезть. Надо прыгать, а там где я.
Я хочу туда залезть, мне там нравится. Не, надо вначале сюда, а потом туда. Надо еще разобрать. Переставляй вещи в слоты. Инвентарь. Оу. Во, слабое зелье лечения есть, все. Как это? Как это зашло? Так, дубинка. Футболка и джинсы какая-то место. Доспехи. А как их одеть? Статус 102%, доспехи уровень 0. А убрать в рюкзак, они не одеты, да? Зажигалка. Используй для освещения темных мест. Прикурни папирос. Но у меня больше ничего нету, так что... Что мне тут перемещать-то? Нечего больше. А, блин, да как зайти-то? Да ё-моё, ну так же тоже нельзя. Зачем с клавиатурой и геймпад делать одновременно? Ну чё за бред? А чё я делаю буковкой D, интересно? Так, снарядить. Колдуй, колдуй, колдуй. Как тут уворачиваться вообще, Стас, ты не знаешь? Тут, по-моему, нельзя уворачиваться. Вот эта штука должна... Что в красной точке? А, вот как инвентарь загорается. Всё, понял. Всё, 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 всё. Блин, да что ж такое-то? Зачем ты туда идёшь? Да я тут нам туда надо идти, понимаешь, я туда провалился, и эти черви меня зажжали. Зажги там. Хорошо, что здесь хоть сейвалка рядом. О, слава богу, что я хоть подхилился малость. Ты завалил, да, одного червя? Да, одного завалил. Так, F2 какие-то, F3 у меня есть, интересно, что это такое. Ну, Стас тут уже рубает, надо отступать, да? Ну да. Меня убили, нет, черви! Дикие черви, нате вам! Там тут сердечко выбил. На, критом 83 ему. Чё так далеко бежать-то? Какого бабуина? Ищу черви. Ищу черви, Стас. Ух ты какой, ты смотри, я его потрогал, он сразу развернулся в мою сторону. На. Не трогай червей нигде. Где бы они не хотели, чтобы ты их трогал. Критую! Хорош. А как? Хочу левелап. Это нельзя заюзать, да, получается? Давай, Витька, трогай его по-всякому. На, отлично, красный волшебный порошок. Давай, два меча его сейчас, два шмычка его быстренько, смотри. Погоди, а там внизу какая-то секретка, ты видел? Смотри, там черный такой какой-то. Где? Где вон там влево, слева внизу, видишь, что-то черненькое такое. Mm-mm. Как туда попасть? Ну вот если приглядеться, там что-то лежит вот здесь внизу. Ну может как-то можно туда попасть? Может эту штуку как-то надо заюзать? Смотри, подойди сюда, может быть. Да. Опа-на. Эй, мастер! Мы уже довольно долго слоняемся по этому подземелью, сокровищу с... Точняк! Не будь вреденной, дай нам какой-нибудь увесистый сундучок, а? Хорошо, вы обнаруживаете лестницу, которая ведет на уровень ниже к запушенному сундуку. Наконец-то! А куда ты побежал? Нет, стой! Нет, Витька хитрый, нет! Сейчас тебя... Жадность! Нет, какой угар! Сундук был ловушкой для игроков, которые слишком много пропустили, просили у мастера. Как-то так. А я пойду за другим сундуком. Тварь. Так, а что тут? За другим сундуком. А тут еще один есть. О, лечебное зелье. Ее, я забрал. Погоди, ну покажи, где он. Ну, он там наверху был, даже вопросиком был отмечен. Ладно, черт побери, ну это вообще зашквар сейчас. Кстати, ты заметил, что не прокнуло, что мы прошли полностью все? Предметы, чьи названия написаны светло-голубым цветом, являются нестабильными. Они исчезают из инвентаря, когда вы заканчиваете игровую сессию. А-а-а. Может быть тут где-то есть еще фонарь? Ну, по-моему, прокнуло все, нет? Ну, видимо, что-то мы еще не нашли. Может, какая-то секретка еще есть. Не-не, фонари должны были бы все запущены, и все. Самое главное. Ладно, пошли выше. А, вот здесь еще один есть, нашел. Вот, да, смотри-ка. Полностью. Гриб какой-то так... нашел. Как неудобно. Он нестабильный явно, короткая стрела. Все, ты готов? Пошли. Опа. Вот. Зажигай. Зажигаю. О, сундук. Что это? Небольшой топор. Это мне. О, отлично. Сейчас мы узнаем, что это такое. Так, небольшой топор. Уровень 1, урон 45. Что-то непонятно немножко. Так, это зажигалка, да? Это что такое? Так, хилочку я на ноль кину. Что там у тебя? Какой-то нимб. Нимб это переносит телепорт. Переносит в зал, да. Это магия, то, что ты помнишь, я сделал такую. Да. Свиток встреча. Телепортирует вас к ближайшему сидящему на корточках союзнику. Блин, так все мелко. Заходи, тут вообще темнота.
Мрачнота. Я какой-то вопросик вижу, я пошел к нему. Тут еще дверь. Здесь склеп какой-то. Гробы являются точками воскрешения. Если вы откроете после смерти, ваш персонаж оказывается перед ним. Открой гроб. Свиток встречи, бери. Теперь мне. Что это такое? Ты читал, что это такое? Он телепортирует к персонажу, ну, к товарищу, с которым ты играешь. Который сидит на корточках. Тебя надо, чтобы он на корточках. Я только использовать и выбросить могу. Так, на девятую поставим его. Блин, прикольненько, чё. А я вот даже не знаю, как это все ставить. Какую дверь, да? В левую пошли. Я мышкой перетаскиваю все. Увидеть, коли, так, значит... Ладно, а, вот он, значит, горячую будет клавишу. О, я червяка нашел тут. Что-то топор плохо на червяка работает. То меч, наверное, на червяка хорошо. Меч вообще против всех хорош. Всегда вы можете возвратиться к месту воскрешения, использовав нимб. Ага. Ну это типа сейчас надо использовать, да? Да, да, ты гроб-то активировал, надеюсь? Нет. Ну, пока. А как нимб-то использовать? У меня Shift 0. Я пока тут червяков повалю. Не против? Как это неудобно у меня, оказывается. Хорош, смотри, вот ты смотри, ты как... На клаве, кстати, удобнее, я тебе скажу. Бросай все эти геймпады и бери клаву, играй на клаве. Ну, чувствую, что мне сейчас придется это сделать. Слишком много кнопок, чтобы на геймпаде играть. Просто неудобно, потому что тут очень много всего. Да. Реально. Очень много. Так, а как ходить-то, как... Прыгай! О, все, можешь не уходить, я открыл вход. Так, тихо, это карта. А, вот как ходить. А бить как? Ходить на кнопочках, бить, пробел, прыгать вверх. Что тут еще надо? 1, 2, 3, 4, 5, это, собственно, управление. Да, и выбирания. Инвентарь. Так, брать, смотри, Enter, предмет какой-нибудь. Давай, ты по правой лестнице, я по левой, вниз. Давай. О. Тихо, осторожно, тут что-то может быть. Рычаг какой-то, так, осторожно. Зажигай. Я так, дергаю. Рычаги аккуратнее, да. О, опа. Сундук. О, сундук. Чё, о, легкий кинжал. Волшебный жезл. О, жезл. Я хочу быть магом. А я хочу быть... Жезл заряда 8. А эта вещь может быть использована только в этой сессии. Ой, зеленый. Легкий кинжал зеленый, смотрю, уровень 28. Ну-ка, и чё, сколько повреждений дает? А, урон 28 это. Это не уровень. Он зато часто машет наверняка. Да, да, это точно. Так, надо батл. Так, а еда зачем? Опа, на эта дверь куда-то вообще саркотан отводит. Упас. Слабое восстанавливающее зелье. Что самое интересное... Стас! Я вижу. Тебя убьют. Стас, запрыгивай в дверь. Я пока прыгаю, они на меня не реагируют, Стас. Нет. Пускай тебя убьют. Ладно. Тьфу ты, блин, Стас. Тебя убили? Да. Не запрыгивай в ту дверь. Чё-то громко они вообще тут мочатся-то. Дай-ка я настройки звука. О, да там их очень много. Подожди, без меня не ходи. Как ты... Мышка. А присаживаться-то можно? Можно, но все равно магия пьет. Заплатили! Фига там, колдунство вообще, телепортейшены всякие. Убили тебя, да? Воскрю, конечно. Воскрешайте меня. Почему так далеко? А, ты возле гроба, да, воскрешаешься? Да. А я-то нет. А-а-а, гроб-то, понятно, походу, одному игроку принадлежит. Нет, тебе тоже нужно было просто поюзать его. Я вроде так возле него был и не мог поюзать. Этим парням что-то я не хочу. Пойду-ка я через левую сторону попробую зайти. Я сейчас взял это в руки жезл волшебный. Сейчас попробую жезлом всех ожезлить. Правильно, давай ожезляй их всех. Пускай знают. Вот увидите, там засели вас, там толпа целая. Ну, какой-нибудь, знаешь, вот какой-нибудь огонь. Как громкость, вот... Вроде бы громкость потише сделал, совсем тихо стало, а в бою такая адовая вообще, громкая. Звук менял вообще как? У меня вроде нормально. Нет, я поменял чуть, я чуть общего поубавил и немножко там с некоторых звуков. И все, но у меня вроде нормально, я не знаю, может даже слишком тихо. Так, ты в ту же дверь пошел ведь? Нет, я в другую пошел. Соседнюю. Во вторую? В левую, которая моя левая.
Ты гроб-то открыл себе? Так я вот пытаюсь зайти к тебе, я просто не понимаю, куда нам там надо идти. А, ладно, я пошел. Так я сюда? А, тут без разницы. Нифига себе, это жезл-то крутой. По 120 бьет. Все, кончилось. Кончилось веселье. А наверное, все туда же, да? Нас перекидывает ведь. Нет, да, да. Нас, да, нас туда же, в общую катку. А где был гроб-то? Я что-то не помню, где мы гроб-то видели. В другом месте где-то. Ну ты ж там воскрешался, ладно. Да как их мочить? Повреждение-то мочить. Нет, я живой еле-еле вообще. Так, все понял, сейчас к тебе. Давай, сзади мочи его. За колонной, Стас. Я вижу, он пошел на телепортироваться. Беги на него. Я понял, надо сзади их мочить. Да, их только за спиной надо убивать. Ага, он телепортейшн делает. Кольнул в спину. А кинжал, по-моему, хорошо очень на людей действует. Может быть. О, смотри, еще одна дверь есть. Давай в дверь войдем. Конечно, нам выхода нет. Нас с тобой ведут 100%. А, ну да, да, да. О, точно, вот они еще гробы. О, давай-ка я тоже гроб завезу. Ты какой? Давай, я правый. Да я этот. Смотри, Бивис. Какой Бивис и Батхед, да. О, черт подери. Хач, затыкивай. Да, кинжалы хорошо раскидывают. Жахнул. Давай, мочи его в спину. Возможно, ты пошел в спину. Да, в спину кинжалом надо мочить. Потом переключай сразу на меч. На, всем по троим сразу. Давай, кроши. Стас вообще в спину натыкивает, смотри как. Я натыкиваю, о, да. Он. А он умер, да, он сам умер. Что за... Помню где-то какой-то прикол у меня был про лук-то. Да-да-да, лук, это мы с тобой то ли в Magic Sight там с тобой вместе играли, нет, это помню. Точно, лук такие. Лук там сразу у нас. Ты такие, лук. Витрик встречи еще один. Надо лук. Так, урон 27, 19 выстрелов. О, смотри, тут наверх. А интересно, кстати, шмотка на нас с тобой сразу одета или нет? В автомате или это... Да, она, по-моему, одета. Она, видишь, как-то подсвечена, что ли? Да, моргает, как и зажигалка. Брать в рюкзак, вот видишь, ее можно нажать и убрать в рюкзак будет. А пойдем так, в ту дверь проверять, или нет? Сундуки могут содержать случайные сокровища, предназначенные для каждого игрока. Тебе что выпало? О, булава. А мне легкое копье. Булава. Зато зеленая, прикинь. Я что-то волшебных порошков понап... О, стрелы, это мне. Порошки, это мне. Да. Нет, ну, нет, ты все забрал. Но сундуков, походу, выпадает для каждого. Так, я посмотрю, легкое копье, погоди. Защита от огня плюс 25, урон 30. Давай попробуем, топор мне не очень понравился. А, лук я уже взял, вот так вот возьму лук. Хотя топор надо оставить, а то мало ли что. У меня вот булава, тут дополнительный урон даже светом есть, прикинь. Короче, я буду всех сейчас освещать во славу святому топоры, свету. Ребят, что у меня, как они работают? Как бы я топор попробовал, он довольно медленно замахивает. Может только сзади, если как. Мне кажется, руку проценщицу. Проценщицу-то... там червей. Подожди, смотри, ведь, может быть, нам с тобой надо идти в этот? Там, помнишь, да. еще был проход на... Вот мы в дверь с тобой зашли, а там можно было еще, по-моему, пойти с тобой налево. Мы с тобой там гробы, да, открыли? Мы уже все сделали, да. Да, там гробы были, через дверь. Сортир, смотри, сейчас он телепортируется будет к нам. Давай, телепортируйся к нам. Я тебе булавой огуляю. Нет, не хочет. Вон, смотри, залез. На! Видишь, как топором медленно машет? Ушел. Булавой, тварь. Ну-ка, копьем сейчас его затыкаю. Хоча! Ну, на геймпаде хоча. Прыгать, конечно, в разы удобней. Что ты скажешь? Я вот даже... По-человечески нормально запомнить. Я так понимаю, копье преимущество, видишь, оно какое длинное. Да. Грибочек. Ты что там открыл? Легкое копье. Там был? Да, там был сундук. А, попал, гад. Смотри, он тут. А, Стас, что происходит? А я умер. Да. Черви очень быстро сносят ХП, кстати. Нифига себе. Ну, знаешь, пока из того, что у нас есть с тобой, самое оптимальное, это меч. Как по мне, ну, кинжал все... хорош. Кинжал хорош против этих, против людей. А против червей? А против червей? Против червей как против раз таки копье хорошо, оно издалека ковыряет. Ну, мечом зато вот удобно. Прям берешь меч. Нет.
хлебай. 150. Черт! Что ж такое-то, блин? Вообще не игра, а... Избиение. Я даже сейчас свиток встречи использую, мне надоело бегать, честно. Ну бегать, да, отстой, конечно. Порошочек. И чё? Ничего не произошло. Там надо на тех, кто сидит на карталях. Типа, видимо, кто-то в ожидании должен быть. И тогда только можно использовать. Нет, там какая-то кнопка была, выбор дружественного чувака. Сейчас опции. Надо было тебя выбрать сначала, наверное, управление. Сейчас. Целиться в союзника. Что это за буква такая? А. Буква А, русская. F. Нет, видимо, как-то странно. Я не знаю, как работает этот свиток встречи. Да, коли бей, пей кровь. Червей, говорит, хорошо меч бьет. Да это меч, я заметил. Меч хорошо разгребает всех потихонечку. Я никого там не разгребаю. Только мне прилетел этот культист, и пока переключился на кинжал. Давай, кинжал кого хорошо. Давай. Нам получим вдвоем. Да. Уай. Уай. Из лука смотри. Ну-ка давай. Стрелял. А можно стрелы подбирать? Нет, нельзя. Наверное, вряд ли. Он там дождался нас, пошли к нему в гости. Ах ты, падла, на, я тебя встретил тут. Ушел, гад. Запыряю. Да ладно, пошли червяка мочнем. Там какой-то этот сундук. Или что там за ним? Рычаг. На. Ух, кошечка. Отлично. Дави. По-моему, кстати, нам с тобой вдвоем пополняют ХП. Беги, Стас! Беги! Нет! Ты чё встал? Он всех, прикинь, валит. А ты чё встал? Офигеть. А чё, я встал? Я не думал, что вниз упадёт. Я думал, он валится, прикинь. Ты думал, что он один раз, короче, прокатится и типа всё. Я думал, прокатится и всё, а он, пипец, пошёл дальше за нами. Вверх. А ну с тобой куда, наверх или вниз? А, понял, всё. Ладно. Хорошо, хоть мы ничего... Он зато всех зачистил, смотри. Зато мы с тобой ничего не теряем. Ну да, в принципе, лут можно пособирать. Лута не теряем. Я пошел наверх проверить, что там за сундуком. За рычагом, в смысле. А там, по-моему, ничего не было. Надо вниз уходить. Получается, а куда тут надо было? В домик вот в этот забегать, на карманчик. А там было что-то еще помимо. Ну, за рычагом что-то было? Что-то надо, наверное, вдвоем встать, тогда откроется какая-нибудь секретка. А, да, да, точно. Помнишь, да, тогда мы в синюю зону тогда встали, все открыли. Красные, в синие вот эти всякие это штуки. Да, надо вставать входить в эти зоны. Я готов. В этом была суть твоих сюрпризов, а? Верно. Хочешь движухи? Вперед. О, как-то не слишком воодушевляюще. Что мы предполагаем делать дальше? Ну, приглядевшись, вы находите рядом с собой несколько лестниц, ведущих вниз. Ладно. Прекращай это. Опа. Смотри. Дойдя до стены, вы обнаруживаете, что она растворяется. Открывая комнату с рычагом, торчащим из дальней стены. Ваши действия? Рычаг попахивает ловушкой с камнем. Возможно, это еще один камень, а возможно и путь кулаку с оружием. Вот негодяй! Пусть новичок за него дернет. Пусть новичок за него дернет. Я? А почему не ты? Ну-ка дерни. Ты же хотел экшена, верно? Ладно, я пойду дерну. Так, я постою тут. Я перепрыгиваю, я так понимаю. Ты прям жопой сел на него. А он убьет тебя, Витька. Попробуй ударить по нему. Ты попробуй по нему ударить. По нему можно было бить. А я пойду пока наверх посмотрю. Там культисты. Слушай, действительно, их можно избивать. Витька, там бины лучше всего получается. Так, мне опыт дают. Так я. Да, колющим, режущим вообще никак, от дубины, так от души. Сейчас я попробую топором лупануть его. Да блин, тут низко. Тоже нормально. Давай, Стас, я сейчас вызову камень. Ты что сделал? Эй, рычаг не то, чтобы никуда не приводил. Но он не приводил к Улаку. Ха, по-моему, офигенно. Тролина. Вот собака, ты... Тролина, а? Тролина вообще толстина. Жирнина. Толстожопая тролина. Ты смотри, что тут происходит. О, там надо фонарик включить. Включить надо будет фонарик, я только потом заметил.
Мне нравятся вот эти прыжки воздушные. Ну, такие... Ага, замирание. Чё, и куда тут? Хорош. Нам сюда и не надо было, получается. Не, вон рычаг, видишь? Где? На стене. Или ты его как раз дернул? Я его и дернул, конечно же. А зачем ты нам сюда? Ну, значит, нам не сюда, там еще одна... О! Что ты сделал? Ударил. Ах ты какой прошаренный. Спиду. Вот она секреточка, наверное, основная. О, змея! Смотри, какой длинный язык у нее. Очковая кобра. Вообще очкует. Так, я бы на твоем месте бы к ней не подходил. Так, ему меч. Ай, я перепрыгнул червя. А что она шипит-то? К ней близко нельзя подходить, она кусает. А как ее убивать из лука, что ли? Возможно, да. Аккуратнее. Жалко, что мечом сразу по двум червякам не попадаешь. Да, лучше бы вообще стоять на месте и бить по всем червякам. О, ручка. Так, сейчас я лука попробую. Пыл. Пыл. А, тут уже лук есть? Пыл, конечно. Пыл. По сколько по день? По 35. А я по 27. У тебя лук, наверное, круче. Крутой. Я просто очень крутой. Как ее долго убивать? А ты-то по 27 свои вообще тысячу лет будешь убивать. Робин Гуды. А, смотри, там проход за ней. Да. Ага. Блин, мне нравится игрушка, знаешь, мне нравятся вот эти всякие. Забавно, такие, на самом деле. Да, ролевые. С таким прям тихо червяк. Западло, блин, сказал. Это я стал снизу. А ты еще думал, кто это? Я думал, это ты выпал. Я такой тихо червяк, осторожно. Там сзади еще один ползет. Там у меня один. Гаси, Витька. Я такой тебе предостеречь хотел, а это оказывается я внизу. Не, ждем, кстати, быстро разбирать, хорошо прям. Так, скорее всего, из-за того, что мы вдвоем, у них ХП повышенное, ничего в этом роде. Может быть. Стас, я играл с червяком разбираюсь, а Стас бочка лупит. Лут. Лут. По какой лестнице пойдем? По правой? Смотри, он там... я думаю, что давай разойдемся. Ты мне... В прошлый раз ты меня укокошил, я переживаю. Там сортир. О, тут какие-то... Там демоны. Там их много. Сортиры. Оп, я пошел сюда. Я лестницу использую. Блин, они меня развоплотили, Стас. Что с тобой? А это, а я с этой стороны. А это был я, Стас. Это был ты, тебя развоплотили. Меня развоплотили. Ёлки-палки, как туда далеко идти? Стас, я к тебе бегу. Я убегаю. Так, надо поесть сыру. Надо поесть сыру срочно. Да. Ой. Стас там уже себе понабрал, что только не понабрал. Так, ладно, только я иду к тебе. Давай еще на раз. Я к тебе, Стас, подожди меня. Все, я готов. Начинай. Тут надо отвлекать. Давай, Витька, подходи. Давай. Кинжал, кстати, их отлично долбит, потому что все равно надо заходить за спину. Аккуратней. Сейчас удар произойдет. Тут уже кого-то режу. Вместе с бочкой. Мне кажется, что сыр... Он только стреляет, кстати. Все. Мне кажется... О, ухо чье-то. О, сыр. Сыр. По-моему, кстати, он даже скоростью увеличивает. Нам надо в гробы какие-то зайти. Да, засейвиться. Так, вот здесь вот эти штуки, которые дубинками надо лобить. Отлично. Сорян. Тебе надо было? Гриб, надо? А по-моему, кстати... А какой здесь крафт вообще? Есть какой-нибудь крафт, ребят? Подвиги, помощь, инвентарь, персонаж. Как крафт есть, ребят? Кто знает? По-моему, кстати... Для чего нам вот это всякие расходники? Чего они дают? Ну, видимо, где-то будет, наверное, у нас какой-то типа стол, где можно будет что-то крафтить. Это же все-таки ролевая игра. Тут так, наверное, просто с руки нельзя крафтить. Смотри, короче, прикол. Uh-huh. Хилки, по-моему, кстати, восстанавливают там с тобой вдвоем ХП. Не только тебе одному. То есть да, ты берешь. Я пока фул ХП. Ладно, я попробую сейчас. Змея, слышишь ее? Слышу. Змея. Может, где моя лук? Сбить ее попробовать как-то. Она укусит тебя. Погоди, а у меня же копье есть. Погоди, я горю! Нет, подожди, что за фигня, кто стреляет? Огнем. Слушай, копьем вообще оптимально. А что с тобой? Ловушка какая-то, ловушка. Там кнопка с тут ловушкой. Ловушка. Так ты вставал на ловушку. Да, вот она стоит. Я только сыр решил поесть. Она такая маленькая кнопочка, пипец. Стас, ты меня убил. Я не хотел. Сорян. Я только понять не могу, думаю, что меня со спины в спину меня долбит. Опа, я сундук нашел, Стас. А в нем? Тебе золото, бриллианты на миллион долларов США. Блин, ведь конец! Это же самое ранимое мое место. Сундук с золотом и бриллиантом. Я бегу. Ведь ты где?
А вот здесь наверх. А вот здесь красная, смотри, видишь красную? Давай я сюда. Я вижу, да, вниз. Сюда надо будет. А там больше ничего давай, не осталось там вкусненького. Давай вниз спустись, красную активируем. Тут шипов много под нами. Вон там я вижу, где у нас этот самый проходик. Прямо у своих ног вы обнаруживаете потайную лестницу, которую утыкану шипами. Один неверный шаг и смерть неминуема. Что-то я ему нам не доверяю. Явно нужно спуститься в эту яму. Зачем? Потому что без необходимости мастер не стал бы натыкать туда шипов. К тому же не хочется давать ему шанс поржать. Если мы провалим бросок кубик и упадем в эту яму случайно оступившись. Я ему не доверяю. Тут еще один есть вопросик. Какие-то странные звуки. Где? Поджигай. Что-то летит. Мыши! Это мыши, мыши, мыши летучие. Это что за звук страшный? Падлы вонючие. Мыши. Вонючие падлы летучие мыши. Как их оттуда выцепить? Я их не вижу. Они вот тут вот летают и отражаются от стенок. Там ловушка. Ты там кнопку нашел. У меня аж пукан пригорел. Все, ты все зажег. Здесь ничего нету. Прикинь, да, а он нам такой типа, ну без надобности ведь не будет. Попробуй ударить-то налево. Может там секретка или как ты открыл в прошлый раз? Ну, в прошлый раз просто ударил. Нет, там где, если на стенке есть факел, я думаю, вряд ли там будет секретка. Так, смотри, ведь, посмотри, сколько у тебя сейчас хп. Запомни это количество, оно у тебя, посмотри, сейчас увеличится, нет? Нет, да. Походу, да. Так, как раз волшебный порошок. Кубик крутится, подпрыгивает, и это провал. Вы оступаетесь и падаете прямо на шипы. Констатируем мучительную смерть. У меня, говорит, лицо застыло. Давно уже, да? Ну, это слишком интересная игра, чтобы отвлекаться от нее. В агонии. Лицо застыло в агонии. Вот там слева, кстати, есть как-то проход, и мы можем выйти к этим самым, к гробам. Ну как? Да там еще... Тварь! Блин, долбанная тварь! Меня убили мыши. Они скинули меня на шипы, прикинь. Возгорание у меня да, идет до сих пор пукана. Не ходи туда, там мыши. Вон, смотри, видишь, тут вопросик и лестница. А я его уже брал. А, лестница, да, действительно, лестница. Ой, куда это? Ну, подходи. В последней камере, открывшейся за фальшивой стеной, вы обнаруживаете призыватель. Так, сундук с оружием появится, когда мы его активируем? Типа того. Разве что улак, это не совсем сундук, это более органическая штука. Босс, наверное, какой-то. Чё? Органическое? Дело пахнет керосином. Так, Стас, пошли сначала активируем тогда это сейвовку. Да я вообще думаю, как бы на нее добраться, но я не видел как. А где там рычаг? Арел, там рычаг, ты дергал рычаг тут? А где он? Наверх. Наверх, наверх. Вон рычаг. Дергай. Теперь я должен... Опа, я спрятался. Змеи, мыши! И мыши! Змеи, мыши! Начали мыши, спина к спине, жопа к жопе, давай! Ну так, конечно, лутать в первую очередь, да? Копьем, а смотри, копьем-то хорошо, да. Копьем вообще так, отлично а у меня есть копье? Нет, у меня нет. Давай, иди ковыряй ту. Знал, какое расстояние? Да, хорошо копье вообще без. Смотри, оно вообще не вдупляет. Так, да. Кидалова, вот что. Все-таки забраться. Опа-на. А как ты это сделал? Ты ударил, да? Да, я ударил по стенке. Тоже так же, как я. Доверять. Я буду в крайнем. А я буду в этом. Все, а теперь можно к боссу. Надо было рядом нам с тобой, гробы, чтобы мы с тобой общались, пока лежали в гробах. А тут далеко как-то, кричать не сильно хочется. Может быть, здесь секреты какие-нибудь есть тоже? Так, ну пошли к боссу. Я буду все стенки лапать мечом. Ну-ка. Тут ничего, а тут? Так, ну что, ты готов? Ну не очень, я ГУЛАГу готов к этому. В ГУЛАГ, ГУЛАГу? Архипелаг я не хочу. Сталин сказал, значит надо. Поехали в ГУЛАГ. Ну что, надо юзать? Юзай. Сейчас босс такой, на. Отходи, отходи, туман, отходи, 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 Стас. Узло какое. Говняха! Я... Это Айзек! Во-во, он говняшки, микроговняшки выкидывает. Я бухнул тоже. Стас, ты зачем бухнул? Ты бухнул? Нет. Почему я бухнул? Ты ему заюзал какое-то бухло. Я не юзал. Ты юзал бухло? Нет. Почему-то я бутылку сожрал. Тихо. На счастье. Нет, 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 меня сейчас убьют.
Так. Какашками сражаюсь, Стас, я не могу отвлечься. Надо быстро, блин, сыр. Оно набухает. Чем больше его бьешь, тем больше говна оно плодит. На, еще. Да развернись. Я какашек генерирую вагон. Говно отлично бить, кстати, этим. Чем? Оно дубиной. Оно все мощнее становится. Чем ты бьешь? Дубиной, дубиной. Дубиной, дубиной, понял. На! Нормально, по 46, по 78 даже криту. На, по какашке дубиной. Да давай, блин, ты сдусь уже, взорвись. Чё, да блин, нет, 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 меня прям тут зажимает говно это. Мне аж хп мало. Стас, мне левел ап. Блин. Говно плохо. Как неудобно на этой клавиатуре бегать. Пёрнуло. Бегать и бить. Я не знаю, как у тебя получается. Ну блин, как это неудобно. Офигеть, все, я тоже сдох. Развернулся, повернулся, блин, ты уже два шага сделал, как раз на говно наступил. Капец. Офигеть, какой босс мощный, пошли. Нам надо его войнуть. Фиколоид. Я попробую топором его рубить. Вдруг какашку топором лучше вот, всего. Вот я заметил, что очень хорошо идет дубина. Булава. Дубина неплохо, да. Надо теперь заново, да? Да, фиколоида мочить. Жалко. Димон. Из говна приисподи. Димон! Включай. Колоди, все тратится. Так, ну чё, давай, готов? Огонь бы был, вот было бы нормально. Вообще магию огня раз, поджёг тут все. Стас прям ваншотнул. Так, я до 98 кританула, походу. Так. Давай, я тут стою, а ты там. Ну блин, там тоже тут так просто не получится. Втроём раз, один слева, один справа, один на какашке. Ну да-да-да. Эта игра-то для троих как раз, наверное, и создана. Ну, она, в принципе, ладно, мы вдвоём. Вот чё с ней? Она ж придет. Так ты тогда вставай на той стороне, а я на этой, и будем стараться. Ну давай. Просто надо стараться поближе. Давай, по 4. 4. 2, а с одной стороны, 2 с другой улетает. Я буду сам себе вызывать. Хорош, хорош, не надо так много, не надо, Стас, ну, честно. А что? По 4 нормально. Ну, сейчас он пойдет злиться там, все такое. Тут мы же этого и добиваемся. Пускай злится, сейчас тебе кашка. Говно к тебе летит. Ушла. Давай, давай. По 2, давай, по 2. Ну тебе одну мне. Две мне. Вот, видишь, 2 я выбил, 2 ты, отлично. А, она злится. Злится, злится. Давай. Держи. Она, видимо, знаешь, как бы, его надо просто постоянно бить, тогда давай, нормально. Давай, я тебе буду пасывать. Отличная острота. Ай, моя, теперь твоя. Теперь я. Не-не-не, зачем ты опять ударил? Или что? Давай. Ты. Давай, я буду ловить. Хорош. Отлично. Мы выработали стратегию. Оп, а твоя, слишком мне. Близко ты подошел. Держи еще. Нормально. Оп, это моя. Так, теперь ты. Близко слишком подходишь, Стас, издалека бей. Видишь, как я стою? Но тогда я не бьет какашка. А я обычно там с той стороны не доставал. Держи, держи, лови патрон. Давай еще. Это будет долгий бой. Да. Накинь говна, как говорится. Снесли почти. Почти пол хп снесли. Ну, я бы сказал, только процентов 60 максимум. Зато эта тактика работает. По крайней мере, да. Так, теперь ты мне подаешь. Нормально. Так, всё, это иди. Моё. Да, не верю. Это моё. Держи еще. Нормально, чё, спад. Отходи. Главное, что стратегия рабочая. Да. Ну ничего, мы как в Dark Souls, ребята. Медленно, но верно. Затыкать зубочистками. Затыкать дубинами по уши. Эц. Эц. Слушай, больше пол хп уже сбили. О, моя пошла, Стас. Я могу, ну ты давай. Все, это тебе. Работаем. Давай. Я реально вазик себя почувствовал. Еще. И опыт, главное, идет. Да, опыт, кстати, хорошо падает. Говно опыт. Самый дерьмовый опыт, да, который у меня был. Это самый дерьмовый опыт, который у меня был в жизни, да? Фига себе метнул. О. Опять ты близко подошел. Ну, я вроде бы старался подальше, но не получилось.
А музыка-то какая? Нагнетат. Не говори, эпичность зашкаливает, но мы уже меньше трети ему жизни оставили. Страта работает. Я вообще еще ни разу не довагнулся. У меня полное хп. Не? На тебе еще. Спасибо. И еще. Давай. Слушай, игры пошли, везде говно, а? Мы сейчас с Асом хотели в группу играть, там тоже говно есть. Очень увлекательные игры. Кстати, заметь, он стал чаще выпускать. И меньше становиться размером. А, мы его сдуваем. Сдуйся. Это тебе. Еще тебе. Мне кажется, с какой стороны бьешь, все-таки туда улетает. Не-не-не-не. Тут как? Может, просто везет. Моя? Кажется, давай. Фекали добыл. Оп, это какали фекали. Фекальный монстр. Фекалоид. Демон. Да, великий демон фекалоид. Дерьмо демон. О, чуть на голову не сел. Хиткраб. Пупкраб. Да-да, пупкраб, точно. Ну-ка, давай, держись. Еще держу, ловлю. Когда там мегапушки-то нам выдадут? Сейчас прикинь, камень сверху упадет. Так, я думаю, прикол. Нам максимум палку, на которой будет какаха. Вот типа того. Вот вам супер-мега-дубина. Которую можно будет есть. Говна на лопате. Как есть выражение? Говна на лопате. Вот типа того. Нам до этого и дадут. Или на ложечке, да. Сейчас нам вынес с тобой. С таким гейммастером, как говорится. И того и жди. Тут еще гей-мастер. Ах, шутки пошли. Про какахи да про гей. Что поделать? Почти, сейчас. Стас. В конце Стас просто ногой. Я давай чувствую, допьем, в конце мы просто. Мне кажется, в конце просто. Ногой. О, гиета какая-то. Что там дальше? Это гиета тоже выпал. Гиета, это какой-то кинжал. Гиета, кинжал желтый. Кинжал в жопу. Шанс критического урона кинжала. Ва. Шанс крит урона. Наносит дополнительный урон оркам. Но орков у нас нет. Уж. Беру. Топор до сих пор не знаю, что такое. Так, я пойду прокачу все кинжалы. Кинжалы. Это просто урон, да? 92, чё? Это сколько? О, это вообще много урона. Ну, спину, наверное, будет так солдать собачьи. Стас, мы теперь с тобой будем сандалить кинжалами. Киа, киа! Хорош, ты поставил? Сокровища босса всегда достаются каждому игроку. То, что их никто не сможет у вас украсть. А, так что никто не сможет их украсть. Вы можете продавать, дарить или обменивать сокровища после того, как подняли их. Экзит, Стас, мы наконец-то дошли до выхода. Убили дерьмодемона, ура! Дверь выхода с уровня завершает для вас игру в этом подземелье. Ну, давай. Что, потопали? Ну, конечно. Что-то я не могу. Dungeon completed. Вы не можете выйти только когда все остальные участники покинут. О, dungeon completed. Все. Слушай, нормально вообще вы с**бали, а? Всё, да, круто получилось. Dungeon. Слышишь, а так интересно, смотри, получается только одна история, а их сколько здесь? Там несколько историй. Я как бы выбрал вторую, ой, первую самую выбрал, остальные закрыты, теперь, видимо, да, они откроются. Угу, угу, вот, круто, круто. Можно ну что ж, ребята, это был Unepic. Самая неэпичная игра. Если вы хотите, чтобы мы со Стасом продолжили в нее играть, вы знаете, что делать. Нужно не скупитесь, поставить на лайки. Лайк, не скупитесь, мотивируйте, как я вам говорил умное слово, а некоторые вы не понимали и переспрашивали. В общем, мотивируйте, лайкайте, смотрите, друзьям рекомендуйте, мы тогда продолжим. А так, пока что всем хорошего настроения и пока. Пока.